клуб в центре, находится в Москва-Сити, вот как видно сейчас, вот, обзорные стекла идут по всему клубу, он очень светлый, очень яркий, шикарная стеклянная крыша у бассейна, что дает вообще ощущение чуть ли не в Майами, летом, когда солнце светит, как в Майами. Клуб очень классный именно из-за того, что очень много света. И люди сюда идут, которые любят воздух, свет. Это очень, конечно, радует в этом состоянии. Полностью весь его наполнен лайф-фитнесом. Потому что смысла было искать какие-то наборы тренажеров, искать вообще никакого не было. Мы просто взяли, посмотрели, и все линейки нам абсолютно подошли. У нас несколько зон, и в каждой зоне стоят своя линейка тренажеров, и шикарно вписалось. Там одно, там другое, очень классно все это выглядит, цельно, во-первых, что мне очень нравится, что цельно, потому что одна цветовая гамма, одна, так сказать, дизайнерский подход одинаковый. И получается, что абсолютно разные тренажеры, абсолютно кардинально друг от друга отличаются, но при этом все очень гармонично и очень комплексно. Мне еще интересно твое мнение по поводу комплекса Synergy. Ну, действительно, там, используют ли он все-таки в своих тренировках, любят ли его тренеры, что говорят клиенты, как обучение, которое мы проводили. Ну, во-первых, все время я работаю в ворк-классе, более 10 лет, но я очень много ездил, я много обучаю персонал. И, конечно, одна стойка, которая может заменить практически весь тренажерный зал, это, конечно, открытие. То есть я считаю, что это просто потрясающая вещь, можно вообще не набирать вот эту вот кучу тренажеров, не набирать кучу это, поставить одну стойку, взять маленький зал, поставить стойку, и все, это будет уже преуспех. Потому что я тренирую только здесь, я не отхожу от него вообще в принципе. Он, с учетом того, что у нас все тренировки проводятся только здесь, практически 80%, он используется процентов на 50. При этом он используется, потому что здесь столько возможностей, столько вероятностей. Во-первых, мне очень нравится, что он может менять свою форму. То есть он очень опционален. Можно поставить так, так, перекрутить так в любой момент и поставить стенку, сделать изгибы, которые мне будут важны и которые будут подходить под мой зал. Я считаю, что это лучше вообще, что пока что есть из таких вот функциональных зон тренажерных залов, потому что мы сталкивались с другими, они делают подобные вещи, но, конечно же, уже не тот совсем вариант. Обучение Life Fitness, я считаю, одно из самых продуктивных вообще, из тех обучений, которые проходят вот так вот за 2 дня, экспресс-обучение. Лично для меня, я просто в фитнесе уже 15 лет, обучение, которое проводит Life Fitness в течение 1 дня, является, наверное, наиболее эффективным. Я получаю максимум информации, абсолютно то, что нужно, никакой воды, все очень коротко и грамотно, именно то, что прям нужно знать хорошему тренеру с точки зрения там, механики, кинезиологии, физики, всего-всего. То ваше зонирование было просто прям отлично, прям очень здорово. Во-первых, очень классная задумка была сделать кардиофункциональную зону в одну втянуть, потому что люди, которые бегают, сразу видят, какие тренировки проходят в функциональном режиме. Там точно так же отдельная зона для тренажеров weight-loaded и очень большая зона свободного веса, что очень тоже здорово. Обычно в тренажерных залах делают маленькую зону свободного веса, маленький уголок и обставляют все тренажерами. И, конечно, все счастливы, потому что народу много в клубе и зона большая. И практически нету никаких нареканий, люди практически не жалуются, всегда могут разрулиться между собой и всегда могут, так сказать, найти место, где позаниматься. И очень классно, мне еще нравится, как во многих наших клубах вы делаете зонирование внутри одного зала, внутри одного помещения, то есть вы расставляете очень грамотно стенки, которые обозначают, где что находится. Тоже очень классная вообще у вас идея и вообще очень хорошее само исполнение. Чем хорош вообще вот этот клуб, он отличается от всех остальных, и тем, что у него вот эти вот обзорные стекла. И не использовать обзорные стекла, я считаю, это просто преступление. Вообще практически все кардиотренажеры стоят по периметру вот этого вот стекла обзорного. Потрясающий вид, и это, конечно, очень, очень эффективно мотивирует людей. Да, им приятно, они как будто на улице. Это все очень здорово.
абсолютно устраивает во всем. Абсолютно во всем. Шикарный экран, тачскрин, здоровый, хорошая опциональность, там куча всяких выборов, и да и самого экрана, и возможности бега, там, и по горам можно бежать, смотреть в экран, и по круговой трассе можно бежать, смотреть в экран. Это очень здорово. Классно, что идет дублирование тачскрина и простых кнопок. Не могу не сказать про техническое обслуживание, уже, я не знаю, внутреннее, оно не внутреннее у вас. Ну вот мы сейчас на контракте, вот последние полгода, вот мне интересно. Я работаю много, и лучшего еще технического обслуживания не видел. То есть, в принципе, раньше мы ждали, чтобы тренажер отремонтировать или что-то поправить, могли ждать месяц. Прям вот тренажер стоит, у него висит табличка, он не работает, люди ходят, месяц проходит, человек приезжает, что-то делает. Здесь же как скорая помощь, только вот там кнопка не нажимается одна, уже приезжает человек, может даже в этот же день приехать. Вот это я был не просто, я был в таком восторге просто от обслуживания, конечно, потому что по любому поводу резиночка порвалась, человек приехал из-за одной резинки, поменял его тут же, на следующий день, даже в течение дня. Это, конечно, потрясающе. Вот это вот не могу ничего сказать, здесь прям уровень. Серьезно. Спасибо. Очень здорово. То есть, если мы задаем тон крутого, хорошего клуба, действительно очень высококачественного, то нужно, чтобы основная рабочая сила, тренажеры, были всегда в идеальном состоянии. То есть, здесь появляются звезды, здесь какие-то съемки происходят. Они понимают, что они приходят в клуб, который где-то показывают, где-то снимают, то есть им интересуются. Мы являемся партнерами вместе с Life Fitness Олимпиады. Это, конечно, мы гордимся этим. Именно на базе нашего клуба сейчас проходит обучение всех ребят. Опять же, специалисты Life Fitness обучают, как правильно преподать тренажеры, как правильно с ними обращаться, как правильно про них рассказывать, что на них можно делать. Весь объем информации дают ребятам, чтобы уже на Олимпиаде, так сказать, все, кто захотят понимать, позаниматься, все, кто захотят прийти в фитнес-центр в Сочи, они смогут получить достоверную, абсолютно профессиональную информацию. Это, конечно, уровень тоже самый высочайший.